В мире 40 миллионов человек незрячие, около 300 россиян – инвалиды по зрению. В Ульяновске цифры значительно меньше. Чтобы вовремя обнаружить серьезные заболевания, к примеру, такие как глаукома, достаточно раз в год проходить полное обследование. К слову, такое проводят в Центре общественного здоровья. Мы приглашены в качестве консультантов для медицинского обследования, что включает в себя визометрию, определение внутриглазного давления. Также мы проводим офтальмоскопию. На фоне этих исследований можем выявить такие заболевания, как подозрение на глаукому, выявить миопию, выявить любые рефракционные изменения, что поможет дальнейшему пациенту правильно лечиться, подобрать очковую коррекцию. Акция «Белая трость» помогает привлечь внимание общественности к проблемам инвалидов по зрению, пониманию их нужд. За пару недель обследования прошли десятки ульяновцев. В эту акцию, в этот месяц проводятся лектории, конкурсы, различные акции и в обществе слабовидящих людей. Вот, для того, чтобы привлечь внимание именно к этой категории пациентов, к этой категории людей. Кабинет офтальмолога не единственный, куда заглядывают пациенты. Параллельно они могут узнать свою массу тела, измерить рост, пройти спирометрию и проверить работу сердца. Все это составляющие скринингового обследования. Его Нина Алексеевна проходит регулярно. Важно следить за своим здоровьем и регулярно вот его поддерживать. Не важно, а нужно и как можно чаще. Почему? Чтобы такие условия были всегда. Потому что в клинике таких условий нет. Вот в такие условия я попал первый раз. Подкупает отсутствие очередей. Пока один пациент заполняет анкету, второй уже проходит обследование. Записаться на прием можно по телефону 32 58 08. Акция продлится до 15 ноября. Александра Никитина, Сергей Кудаков. Управда ТВ.